Рядом со мной находится Мария Майданюк. Мария, расскажите, пожалуйста, про ваше мороженое, насколько я понимаю. Да, мы представители Самарской области, и мы готовим в городе Тольятти полностью натуральное мороженое. У нас очень широкая линейка, сейчас представлено 16 сортов на выставке, в том числе новинка – это протеиновое мороженое и мороженое с добавлением алкоголя. Вот. А какую новую линейку вы привезли к нам на выставку? Это как раз протеиновое мороженое и с добавлением алкоголя. Основные наши сорта – это молочное мороженое, сливочное. Мы готовим его на фермерских сливках, фермерском молоке и с добавлением только натуральных ингредиентов. То есть мы не используем красители, ароматизаторы, сухие пасты и так далее. Какой фидбэк от потребителя вы получили во время проведения выставки «Прод-экспо-2020»? Ну, как мы и ожидали, все в восторге. Мы работаем не первый год и всегда собираем только положительные отзывы. Плюс ко всему мы смогли получить фидбэк от наших потенциальных партнеров. Это представители торговых сетей, маркетплейсов и дистрибьюторов. Ну, это, наверное, самое важное для любого производителя, который свою продукцию представляет на выставке. Мария, подведем сегодня последний день выставки «Прод-экспо». Какое впечатление у вас сложилось вообще о выставке и довольны ли вы результатами проведения выставки? Впечатление, опять-таки, как всегда, самое положительное. На высоком уровне организация остается год за годом. И для нас тоже очень хорошие результаты. Мы встретились со всеми нашими потенциальными партнерами, получили обратную связь, заключили предварительные соглашения, дали попробовать наше мороженое, самое главное. Поэтому мы оцениваем наши результаты как очень-очень удовлетворительные. Сейчас ждем как раз результаты конкурса «Лучший продукт». Надеемся, что опять возьмем высшие награды. Будем болеть за вас, Мария. Спасибо вам огромное.